Одним из главных вопросов традиционной еженедельной планерки в администрации города Чебоксары стало строительство дорог. В Чебоксарах при федеральной и республиканской поддержке планируется реконструировать и построить 14 дорог. На проекты 6 из них уже получено положительное заключение экспертизы. На 8 продолжается разработка. 3 дороги включены в предварительный план работ на 2019 год. Бульвар Электроаппаратчиков, участки на проспекте Ивана Яковлева и по улице Рихарда Зорге. Планируется строительство 3-го транспортного полукольца. По 14 проектам, как уже было отмечено, ведется работа. В прошлом году было выделено более чем 2 миллиарда рублей из всех источников финансирования на ремонт, строительство, реконструкцию дорог. Ожидается, что в ближайшие годы финансирование будет увеличиваться, поэтому необходимо иметь своевременно качественные проекты с решенными вопросами по земельным участкам. Также на совещании была затронута тема строительства детских садов и школ. Сейчас новые школы возводятся в микрорайоне Новый Город и Садовый. Они должны соответствовать самым высоким требованиям. Именно поэтому возникла необходимость корректировать проекты. Что касается двух школ, Новый Город и Садовый, то по Новому Городу проект на сегодняшний момент управлением образования совместно с директорами школ, он отработан. Мы представили предложение в УКСИР по части строительства и архитектуры, те замечания, пожелания, которые мы бы хотели видеть в данной школе. И также по перечню оборудования, которое необходимо выполнить в соответствии с приказом 336 Министерства образования и науки Российской Федерации. В соответствии с этим приказом у нас подготовлен перечень также и передан на 170 миллионов для того, чтобы действительно школа была инновационной и отвечала тем требованиям, которые предъявляет общественность. Что касается проекта микрорайона Садом, также был отработан проект, передано пожелание, замечание управления по капитальному строительству. Также перечень оборудования отработан. Кроме того, не смогли обойти вниманием и такое важное событие, как предстоящая лыжня России 2019. Соревнования стартуют 9 февраля. Сейчас ведется работа по подготовке трассы. Территории очищаются от снега, определены места автомобильной стоянки. Длина дистанции для различных категорий участников будет варьироваться от 3 до 10 километров. Планируется, что к массовой гонке присоединится более 14 тысяч спортсменов и любителей лыжного спорта. С 5 по 8 февраля на стадионе «Энергия» с 10 до 16 часов будет организована работа мандатной комиссии, которая будет регистрировать предприятие и организации. 9 февраля в день старта регистрация участников будет проходить с 8 часов утра до 11 часов непосредственно на месте старта. Среди прочих на совещаниях затрагивались темы уборки снега и безопасности в чебоксарских школах. Было отмечено, что в ситуации с сложными вызовами сработали оперативно школы Чебоксар. Несколько хуже торговые и деловые центры. Елена Яковлева, Илья Волков, «Жизнь в столице».